Боевая мощь украинской армии. На полигоне в Киевской области проходят соревнования за звание лучшей арт-батареи. Участвуют в них военные сухопутных войск, десантники и военно-морские силы. За точными выстрелами из крупнокалиберных орудий следила наша Юлия Крючкова. Максим с позывным «Коваль» – наводчик 122-миллиметровой гаубицы Д-30. На фронт пошел в 19 лет. Там и научился управляться с этой малышкой. Рассказывает, какие задачи она выполняет на огневых рубежах. Предназначена она для подавления живой силы противника, уничтожения укрепрайонов, техники врага. Дальность стрельбы 15-30 километров. Чтобы подготовить орудие для ведения огня, нам нужно всего 1,5 минуты. Тактика ведения огневого боя, проверка специализированных знаний, а также сила и ловкость военных. 12 батарей с 3 родов войск Вооруженных сил Украины показывают свое мастерство на полигоне. Эти умения отточены в реальных боях на Донбассе. По опыту АТО батареи после выполнения огневых заданий постоянно перемещаются, поэтому выполняют свою задачу с разных огневых позиций. Они должны проявлять маневренность, чтобы не попасть под ответный огонь врага. Это требует разработки тактики боя. Дальность стрельбы при этом всегда разная. Участвуют в конкурсе разные роды артиллерии – минометная, самоходная, прицепная, а также реактивные системы залпового огня. Испытания будут проходить до 1 ноября. Юлия Крючкова, Петр Галка, UATV.